дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, и Subnautica Below Zero. Наконец-то мы прошли первую часть, добрались до второй части. Блин, я немножко заспанный. Немножко все такое. Вы не представляете, сейчас у меня 2 часа, почти 3, а я встал час назад. Бывает и такое. Ну да ладно, Subnautica Below Zero. Начинаем новую игру на сложности... Ну, на выживание, да? Мы же прошлую на выживание проходили. Наследуя смерть своей сестры, да, на выживание. Подожди, а смерть нашей сестры, это вот в первой части кучу фотографий, которые мы видели, которая была на Авроре, да, девушка? Ой. Это, я так понимаю, была наша сестра. Сестра. Ой, надо сейчас игру чуть тише сделать. Мне кажется, она слишком громко работает. Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить. Это максимум, куда я могу довести тебя за деньги, Робин. Ты точно этого хочешь? На это исследование с ветвями сошелся. Для меня сошелся, и для Сэм. Я должна узнать, что случилось. Это метеоритный дождь. Я прикроюсь им от Ака Альтрона. Что там? Я буду скучать, Робин. Я обязательно вернусь. Unknown World Entertainment представляет. Приближается 4546B. Температура на поверхности. Ай-яй-яй. Посадочная капсула запущена. Так, ух ты, блядь. Ух ты. Мы на земле. Ай, горим. Блядь, горим. Ух. Ух. Так, секунду. Ой, громко, очень. Очень громко. А где звук? Вот звук. Давай общий сделаем на 60. Добро пожаловать. Спасибо. Так, надо, наверное, пособирать, что вокруг у нас есть, да? Ёпта, мы на земле, и мы в снегах. Так, это похавать. Что? А что? А, у меня температура есть, так я могу замерзнуть еще нафиг. Ничего себе. Вот, покушать еще. Что-то поменялось в инвентаре? Нет, пока все. Пока все то же самое, да? Вроде бы. А в капсуле что-то... Ничего нету, да? А вон там что лежит? Просто кусок капсулы. Еще покушать. Так. Сигнальная ракета. Давай. А зачем ты ее сейчас взяла? Фильтрованная вода. Что-то еще? Вот еще вижу. Еще ракеты. Еще вода. Еще ракета. А зачем столько ракет? Еще ракета. Ёб твою за ногу. Сколько у меня их уже? Зачем так много? Че я? Ага, на капсулу. На капсулу побежим сейчас. Что, ну, сука, все взрывается вокруг? Ой, а я мерзнуть начинаю. А меня что-то согреет? А у меня есть этот сканер? У. Ну, привет. А ты меня согреваешь, да, прям? А, ты сильно согреваешь, я понял. Все-все. Ну, ничего себе, это было совсем не по плану. Надо добраться до воды и найти посадочную капсулу. Да, ну сейчас доберемся, а что делать нам еще? Ну пока прикольно, пока красивенько. Так, у вас там звук, запись, все хорошо, все нормально, да?
Тепленько. Слушай, а можно такие цветы дома поставить вместо батареи, а? По-моему, было бы классно. Подходишь такой, оп, согрелся после душика. О, на ручке прям греет, да? Ну-ка. Не, все, не хочет. Ничего себе. Ничего себе. Слушай, а в воде я не замерзну? Так, ну все, мы в знакомой среде. Так, у нас ни ножа, ничего, нифига. Ни баллона, ни сканер. Надо к капсуле, значит. Что я так понимаю, больше вариантов нету. Блин, а тут как-то... Как-то немножко вот, знаешь, по-другому все. Ой, это кто? Это кто? Это кто? О! Здорово! Здорово! Типа пингвины? Привет! О! Привет, малой! Ай, блядь! Все, все, все! Все! Че ты докопался? Прикольные пингвинчики. Так, капсула. Так, ну вот этого мы знаем. И вот этого мы знаем. Этих мы тоже, ребят, знаем. О, что-то там на дне светится. Смотри, видишь? Ты, я вижу, что-то светится. Вон, вот, что это? Что это? Это можно взять? Фрагмент морского глайдера. Ну, понятно. А, воздуха 15 секунд. Я еще плыву, как черепаха. Oxygen. Да-да-да. Так, капсула. Она к дну пристыковалась. У нее вон, смотри, солнечная панелька есть, ничего себе. Так, войти на базу. Это бейс. Нашла капсулу. Хранилище. Просто... О, большое хранилище в капсуле. Вот это да. А что, давай изготовим что-то. Что-то новое есть? Ничего нового нету. Ласты, так, титан, силикон, контейнер. Нам для начала нужен сканер. Ага, блядь, батарейка титана. Батарейка у нас делается. Ленточник, медная руда. Ну, короче, ясно. Погнали собирать что-то. Что-то где-то как-то. Так, вот, например, здравствуйте. Это мне пригодится. Поверь мне, этого очень много пригодится. Свинец. Сразу же. Так. А что за ленты? А нож нужен. Слушай. Тут, сука, рычит тут кто-то, сука, где-то сразу. Медь. Кварц. Да тихо, тихо. Блин, ну на 40 секунд по сравнению, когда у меня было 240, вообще что-то не кайф. Так, что еще? Чего? Иди сюда. Иди сюда ко мне. Жопка моя карамельная. Ну или как там было? Ага, вижу, вижу, вижу. О, сколько много. Ой, ну тут прямо специально насрано столько рудой. Точнее, этим сланцем-говнянцем. Oxygen. Это понятное дело. А, быстрее, сука! Быстрее! Быстрее! Как же я медленно плаваю. Так, ладно, погнали на базу, посмотрим, что я сейчас могу сделать из того, что я насобирал. А вот и ленточник, смотри, смотри, смотри. Это он же? Электроды, которые можно использовать в накоплениях энергии. Да-да-да, это он. Окей, мистер ленточник. Бычий глаз. А это кто? Это просто кто-то. Ой, сейчас чихну. Сейчас. Ой.
Спасибо, спасибо всем, кто там сказал, будь здоров. Спасибо. Я еще раз чихну, по-моему. Что ж ты будешь делать? Спасибо всем, спасибо, кто там. Так, батарейка. Хорошо. Сканер, по-любому нужен сразу сканер. Да, что такое, говорит? Отлично, у меня есть сканер. Что? Ну что ж, Сэм, пожалуй, мне надо понять инструмент, прежде чем начинать поиски, но если это радиоушку и правда так легко найти, как говорила Ли. Лил. Может быть, даже памп. А нож? Как нож? Нож. Силиконовая резина, из чего она делается? Семена водорослей. Так, аласты. Тоже из семян водорослей, да? Хорошо. Так, это пока здесь все оставляю. Сигнальные ракеты. Я хер знает вообще, не мне зачем нужны. Ой. Так, сканер есть? А ножа, блядь-то, нету. А, силиконовые водоросли нужны. А подожди, а как я их добуду? А, гроздья нужны. А, значит, надо найти водоросля. Водоросля. Ух ты. Дисковый коралл. Допустим. Опять сейчас все сканировать, ничего ж не знаю. А вон водоросли. Стоять, сука. Кольцевик, тебя я знаю. Так, водоросли. А мне бы семена, что-то я их не вижу. О, воздух. Какой тут свет красивый. Я не вижу семян. Почему-то. Ага, вижу. Вижу. Все. Ой, как же медленно. Давай, хватай. Все, сколько там у меня есть? О, да хватит. Так, а теперь до дому. До Себы, до дому. Я знаю, я поразбрасываю просто эти фаера. Они мне нафиг не нужны, мне кажется. Я имею, что в первой части не пользовался, что в этой, мне кажется, не буду. Чуть камеру ниже, а то вам меня не видно. Так, тебя я знаю. Пузырь. А ну-ка. Светилось сильно. Иди сюда. Ага, бычий глаз. Глазной бык. Oxygen. Такое ощущение, что поезда где-то ездят. И у меня все еще вопросы, как он вот так вот залазит, что этот... Нет, вот, да. Как она так залазит, что вода не затекает? Должен же быть какой-то этот... Ну ты понял. Ну ты ж понял? Ну все. Че я тебе объяснять буду по 10 раз. Так, во-первых, дайте мне хотя бы какие-то ласты. Так. И но... Нет, нож. Титан. Дайте титан. Титан. Нож. Слава яйцам. О, красавчик. Этот нож, кстати, немножко другой. Это как будто модель другая. Может, мне кажется, не знаю. Ты спросишь меня, зачем я это делаю? Я тебе скажу, потому что могу. Так, что нам нужно для титана? Сетчатое волокно. Сетчатое волокно из кусков коралла. Ой, кусков этого, да? Да, куска водорослей. Так, ну я сейчас чуть быстрее буду плавать.
Ну да, хотя бы немножечко быстрее. А, подожди, подожди, подожди. Дожди, дожди. Давайте просканируем, хрен с тобой. Где-то тут был вон кусок глайдера. Один из трех, ничего себе. Чё так много? Что это падает? Снег, блядь, идет. Снег. А, падает это фаера, что я так раскидал. Не так долго падают. Ты кто? Ты собачка? Обезьянка. Я почти угадал. Что такое? Э, отдай! Ты чё? Отдай! Сука! Отдай! Я не хочу тебя бить! Падла. Да сейчас, сейчас. Меня там сперли. А, воздух. А это что? Схрон аварийного снаряжения. Подожди-ка. А давай сплаваем. А, или там под льдинами надо блы. Там под льдинами надо? Если да, то не надо. Я, потому что у меня баллона нету. А это кто такой? Это кто? Ты рыба? Дурохвостит, отстань, сука! Козел. Блин, там снаряжение под айсбергом, походу. Слышь, ну я ж, наверное, не доплыву. Да не-не-не, давай не сейчас. Давай хотя бы баллон сделаем. Я не смогу, я боюсь. О, это кто так классно светится? А, это я знаю. О! Арктический пескун, он немножко другой. Он, смотри, он какой-то... сама моделька немножко такая, более живая стала. Так кто-то кряхтит, пердит. Надо по пути посмотреть, может где-то... О, это надо. Oxygen. Давай быстрее, быстрее. А то у меня оксиджен заканчивается. А это что? Розовый усколист. Это можно взять? Нет. Так, что еще? Глайдер. Если видишь глайдер, сразу кричи «Глайдер!» Ну или что-то типа того. Так. Это надо. Это надо, это надо, это надо. Что хочу? Краснотатарник. Это я знаю. Да, оно красивое и красное. Где-то я что-то видел глайдер, кстати. Где-то вот здесь. Да, нет, нет, да. Глайдер. Где-то был, где-то, сука, где-то был. Без глайдера просто вообще грустно. Коралловый мост, а это коралл такой. Я думал, это какие-то древние щупальца. Вот он. Я тебе говорил, что он где-то был, а ты мне не верил. А я тебе говорил. А ты мне не верил. О, выше, 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 выше. Воздуха. О! 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 Так, а дайте-ка я поменяю цвета. А, что? А где-то там был бирюзовый такой. Ладно. Все связанное с бейс будет синеньким. Блин, давай, может, сразу... А, вон еще кусочек глайдера. Ну все, глайдер есть, получается. Кайф.
Сейчас скрафтим, будем нормально себя чувствовать. Так, а здесь будут инопланетные технологии? Наверное, да. В прошлой части же были, что там я нашел. Очень странная штука. Oxygen. Все нормально. А вон еще глайдер лежит. А давай его заберем сразу, чтобы он не лежал. Так, сетчатое волокно. А, нужно две штучки на одну. Вот ты пипец, конечно. Ну, а сначала баллон сделаем. Без баллона, потому что что-то вообще прям печаль. Добавлю необходимый чертеж в базу данных. О, ладно. Плюс 30. До уровня дыхания люкс и VIP. Ремонтные инструменты, фонарики. Во. Титан, батарейка, медный провод. А я все это вроде могу сделать. Сейчас, сейчас, подожди. Титан, медный провод. А, вроде так. А, батарейка. А, сука. Медный провод. А, все. А чё? А, смазка. Смазка. Видишь, я не зря смазку делал. Давай, давай, давай. Опа! Ой. Морской глайдер используется поддерживается для скоростного погружения без снаряжения. Имеет встроенный фонарик и карту. Карта, ну, не то чтобы суперудобная, кстати. А, что нам еще может понадобиться прямо сейчас? Ласт есть, баллоны есть. Компас, очень нужен компас. Компас. Компас и все. Давай компас сделаем. Ага. Серебряная руда. Где ж я вам ее сейчас возьму? Так, подожди-ка. А чё? А почему? А медная руда. Батареечку еще сделаем сразу на всякий случай. Так. Пойдем пару кораллов еще возьмем, ну-ка. Во, вот, ну хотя бы с такой скоростью. Хотя бы 70 кислорода, ну хоть что-то. Теперь уже можно куда-то плыть, что-то делать. Как-то поинтереснее теперь станет все. Так, раз, два, три. Все, пока хватит. Ну, давай еще сразу 4-5. Ладно, 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 ладно. 4-5. У меня их 6 штук сейчас, да. А их можно хавать. Хе-хе. Прикольно. Рыбку сразу берем. Она там что-то сказала про Discovery. Типа, ну что, на Discovery тоже так делали, так что нормально. Слушай, а можно прям на глайдере сейчас их цеплять? А раньше так можно было в первой части? Сидя на глайдере зацепить рыбку. Я не помню. Если да, то... Я этим не пользовался, по-моему. Так, начнем с волокна. Вот жалко, они добавили, что можно, знаешь, несколько сразу сделать. Ну, как бы это, в принципе, логично, потому что он при тебе это все делает. Но было бы удобнее, мне кажется. Так, и кольцевик. Еще кольцевик. О. Так, поел, поел, попил, попил. Так, поесть, попить, то чуть-чуть оставить. Вот это нам все не надо.
Так, мы поплыли там, что там, запасное снаряжение, где оно? Вон оно. Посмотрим, что там у нас. Слушай, ну в принципе все, уже можно как-то потихонечку начинать дышать, исследовать. Исследовать и дышать. Там вон вот это вот, конечно, по пути мы все собираем. Ой, надо было просканировать, это был другой какой-то, да летит. Галя летит. Это известняк, это херня. Тоже известняк. Известняк. Что там? Стоять, титан. Я знаю, в каких количествах ты потребуешься, так что... Не это, тут не начинай. Так, еще кусок глайдера. Нафиг он нам не нужен. Так, ладно, давай тут сейчас подышим. И туда поплывем. Ну, погнали. А, тут можно было подышать, ладно. Подышим и погнали. Куски глайдера. А вот фонаря нету. О! Ничего себе. Запас снаряжения. КПК Альтерры. Аптечка. Фонарик. Водичка. Все? А, радиомаяк. Так, чуваки. Спросите меня, как я сейчас отмечать места. Это понятно. Сейчас на паузу поставлю. Напишите сразу, вот кто меня смотрит по Сабнафтике, особенно напишите, есть ли русская озвучка на вот эту часть Сабнафтики. Если есть, мы ее сразу в начале поставим и будем с ней играть. Напишите так, что в комментариях, если есть, желательно ссылку как-нибудь оставьте, чтобы я много не искал. Ну это так, это прям совсем было бы хорошо. И будем играть с Russian language. А тут у нас что? Водорасельный коин. Кто ты? Ага, прикольно. Ну, а не рано ли я сюда заплыл? Радужная сита. Сита и ата. О, вот эти штуки я знаю, это ж... Нет, это не та штука, о которой я подумал. Серебро, кстати. Воздух. Значит, давай еще парочку возьмем. Они по одному слотику занимают. Я не знаю, что это, но давай возьмем. Да, пошел нахер! Что это, блядь? Гнездо морских обезьян. Яйцо морских обезьян. Кислорода осталось на 3 секунды. Все нормально, не переживай. Тут где-то, где-то... Сейчас, 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 сейчас. Вот, 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 вот. И тут еще есть где-то. Ты видел? А что там была за наркоманская рыбка? О, кстати. Фрагмент сборщика транспорта. Блин, нормально, что я обезьян? Отстань, сука, блять! Что ты у меня забрал? Глайдер спиздил. Сука, отдай. Сука. Во, вот это что за наркоманские рыбки? Господи, остановись. Волчонок. Спокойно. Так, ну вниз что тут? Внизу ничего нету, да?
Или есть? А, у меня ребризера нету. Ребризера нету, ай-яй-яй. Так, ладно, надо выбираться отсюда. Да, я знаю, женщина, ну что ты начинаешь? Так, дай мне. А ну иди сюда, будешь со мной жить. Давай, открывайся, я попью и погнали. Ну давай, набирайся кислородика. А, можно и так. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, туда я плавал, там гнездо. Значит, надо сюда. Тут у нас... А, тут еще у нас. Ой, я знаю этот звук. Зато исследовал. О! Так, где тут выход? Я видел. Вот он, да. Я уже ресурсов налутал, по-моему, огромное количество. Так, воздух, воздух, нормальный воздух. О! Опасная погода, поищите укрытие. Да, я все-все. Не, ну вот эти рыбы, это прям что-то с чем-то. Ой. Ой, а ты кто? Симбионт? Ай, блядь, что такое? Так, а ну там, а ну-ка, кэш, блядь. Симбионты напали. Я так понимаю, за кореша заступились. Так, ты пойдешь со мной. Ну, блин, морские обезьяны. Я у них, правда, яйцо спер. Нахер оно мне надо, я так и не понял. Наверное, надо. Крайне реактивное что-то там содержит. А он стой, стой! Воздух. Так, хорошо. А какая у меня дальнейшая цель? Наверное, на КПК надо почитать. Ага. Выживание. Светы по выживанию в Арктике на поверхности. Сильные ветры, говнетры. Ага, журналы сообщения, Альтера. Говорю тебе, Сэмми, когда ты проводишь по полдня в мореходе, начинаешь видеть очень странные вещи. Снова вандализм. Это подбили морские обезьяны? Не думаю, не могу избавиться от чувства, что эта планета проклята. Проклятия не существует. Ага, ты, пожалуй, права. Это пустяк. Все равно ты бы и слушать не стала. Просто огромное существо, замороженное во льдах. Что? Где? В пещере недалеко от твоей лаборатории. А вот тебе самое странное. Как только я туда заглянул, они опечатали эту зону. Не хотят, чтобы кто-нибудь туда ходил. С чего бы это? Сэм, я не биолог, но я думаю, с ним что-то было не так. Шкура была какая-то странная. Инопланетная. Инопланетный организм на планете 45-46B не может быть. Я серьезно, Сэм. Что-то там не так. Я бы показал тебе, но не мне туда снова не попасть. Тебе нет, а мне, может, и да. Что бы ты ни задумала, мы с тобой об этом не говорили. Сэм. Так, и мы ищем Сэм, да? Она там пингвинами чилит. Так. Ну, допустим. Фауна, плотоядные. Да, вот симбион меня погрыз. Так, допустим, а что мне... О! Ингредиенты неизвестны, охеренно. Фонарь. Лазерный резак, ингредиенты неизвестны.
Давай попить сделаем. Сделаем поесть. Пожарим волчонка. Пискунка этого арктического. И вот эту штуку. Хром, хром, хром. Глэч. Хорошо. Хорошо. Ну, я печку можно заюзать. Ну, там погрызли. Так. Ага. Теперь там кристаллическая сера у них. Ну ладно. Так, а я могу мини-микробазу себе здесь сделать? Или надо исследовать, наверное, да, больше? Так, ну тут у меня больше ничего нету. То-то-то-то. Из инструментов. Что я сейчас могу себе еще сделать? Нож не нужен. Ремонтный инструмент. Не знаю, нужен ли он мне сейчас. Это что? А это что? Ёп твою за ногу, что тут происходит? Это град такой херачит. Ничего себе. Слушай, ну здесь прям по атмосфернее, здесь и погодка тебе, и все такое. Круто. Так, ну давай ремонтный инструмент сделаем. Силикон, кристалл и сер. Кристалл, силикон и титан, кажется, да? Кажется, да. Так, теперь я могу ремонтировать. Что, правда, ремонтировать неизвестно. Ну да ладно. Так, фонарь ремонтный не нужен, мне это не надо. Ласты есть. А, вот, компас. А я хотел комплект проводов. А что на него нужно? Серебро. А у меня только одно. Давай найдем второе. Второе серебро. Вот здесь он в таких должен быть, кажется, да? Выступ Галентина. Свинец. Выступление Галины. Вода. Так, где еще бы найти выступление Галины этой? Титан. Это все не то. Нет. Воздух. И вниз. Пипец, там ураганище какой-то. Так, тут эти батарейки. А, пингвинчик скушал кого-то. Это известняк, это известняк. Свинец. Титан. Эй! О! А это как? Анимон. Еда, вода, нифига, он питательный. Давай возьмем еще. А он просрачивается? Он просрачивается, да. Ну, может, из него что-то скрафтить можно будет, конечно. Тут есть, есть подышать. Кто, сука, кто меня ударил? Рапокрыл. Это был ты? Это был он, такое ощущение. Так, обезьяны сраные, что вы от меня хотите? У вас тут где-то гнездо, значит, есть, да? А, вон ништяки какие-то вижу. А тут где-то всплыть можно будет? Можно. Ой-ой-ой. Обрушилась.
поверхность. Так, у нас тут KPK, журнал сообщений, водичка, что? Это что? А это что? Не баг, а фича. Фрагмент маяка. А я живу, а я умею, я умею. Я молодец. Так, опа. Титан, охуен. То, что надо. Рабочий стол, то, что надо. Это мне сейчас так необходимо. Нормально все. Кранчик. Вот это что, как это открыть? Так, сейчас подожди. Подожди, дожди, дожди. Что-то из этого еще мне может как-то пригодиться. Инструмент исследователя. Чего? Вот это вот что это? Я не хочу это отсканировать, что-то огромное. Батареи вот какие-то. Мне вообще насрать, да? Я что по кайфу сканирую? Я понял. О, здесь уже красивенько как-то. Но здесь опять пещеры и без кислорода, я туда не хочу идти. Да знаю, знаю. Так. Я все еще искал серебро. Так и не нашел. Может быть здесь? Нет. Блин, нужен этот известняк, который гладенький, красивенький. А его что-то нету нигде. Взрывается. Не надо. Не надо взрываться. Не надо взрываться. Ое. Самая любимая планета 45-46B. Ое, ту. Это все, это фляга. Фляга свистит, видишь? Это все. Пингвины, есть серебро? Кстати, да. Кто вы? Пингви крыл. А где микро-пингвин крыл? Но то, что с животным можно контактировать, это прикольно, конечно. А где он? Подожди, да не стукай! Я просто смотрю. На, ладно, иди. Погода, говорит, ухудшается. Все, значит, мы в воду. Пингвинокрылов, я чувствую, я базу когда сделаю, у меня там одни пингвинокрылы будут ходить. По-любому. Так. Так те, ну блядь, ну дайте серебра. Одна штучка нужна на компас. Все без компаса как-то не это. Вообще не, ну вообще не то. Ты видишь комп? Ой, компас, блядь. Вот тут надо будет сейчас понырять. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Оп. Подышали и хватит. Нужен известнячок. Известнячок, это глайдер. Нам нужен... Вот, может здесь, кстати.
Это похоже на сигнал бедствия, да, только хотел сказать. Передача неизвестной торшины расчет глубины источника передачи около 200 метров. Это азбука Морзе. Вот, да, типа сигнал осос, она как-то так на самом деле и звучит. Кто не знал, дамы и господа, кто меня смотрит, азбука Морзе — это штука, которая на звуках короткий-длинный. Во время войны Второй мировой такой штукой пользовались довольно часто. Еба, ты что такое? Ты кто? Тихо. О, малой, спокойно. А, там еще какой-то новый. Я что-то не туда забрел. Я вообще серебро ищу. Так, ладно, он там выебывается, но я к нему еще приду. Серебро, сука, ну где-нибудь, как-нибудь. Медь. Тоже хорошо, но надо серебра. Пипец. Как жить без серебра? Хм-хам-хам. Хм-хам-хам. Это, конечно, печально, что так тяжело найти вот ресурс мне так необходимый. Хотя он довольно-таки простой. Ну вот, у меня одно лежит, и пипец. Личная запись бедствия. А, все, места нету. А, у меня глайдер сел. Ёб твою за ногу. Можно как-то переработать? Нет, это не надо. Так, давай вот это переработаем. В стекло, наверное. Чтоб хотя бы чуть-чуть места было. Это мы попить сделаем. Это сюда. Это мы сожрем сейчас, ладно. Ну и это сюда, наверное. И яйцо. Так, титана, короче, пока заберем, его легко найти. А где батарейка севшая? Вот батарейка, вот эта штука. Это оставим. Ну и вот так. Так, и на этом пока остановимся, ребятки. Увидимся с вами в следующей серии. Продолжим с вами искать сраное серебро. Там за окнами погода плохая, по-моему. Так что подписывайся на канал. Наконец-то Subnautica Below Zero. Тут еще столько всего. Это ж вообще... Вообще... Да, кстати, в этих выпусках начнем немножко подробнее читать всякие записи, записки. Потому что, я так понимаю, небольшую часть чего-то интересного в прошлой Subnautica пропустил. Так что подписывайся на канал, жмяка на колочку, ставь лайк, оставляй комментарий. Вообще всех обнял, приподнял на место, поставил. Всем пока!